Приветствую всех зрителей и подписчиков канала, а также гостей, пришедших для просмотра данного ролика. Продолжаем. Это я свечку покатаю. Короче, я не знаю, сработает или нет. Я там в мастерской. С мастерской в Steam. Поставил, короче, ну, типа мода на то, чтобы... на бабки, короче, на опыт, блин. Не знаю, сработает или нет. Но если сработает, то будет нормально. Покатаемся еще и на других грузовичках тогда. У нас вечер, да? Блин, у нас 19 часов. Так, под вечер-то неохота ехать. Загрузиться надо. Уезжаем, короче, с аэропорта. Едем сейчас на базу. Сколько нам? 44 километра до места загрузки. Нифига. Ну то, блин, это прям много. Главное, да? Я пропускаю, это окей. Я здесь по прямой не могу пройти. А здесь не могу. Так, есть. Ладно. Офигеть. Так, а что у нас топливо? Топливо мне тоже надо будет подсоправить.
получается, с Челябинска, блин, уехал. Тусится уже, блин, в самом Челябинске. Так, у нас вот здесь деловые линии есть. Ну-ка, поехали туда, в Копейск. Может, мы здесь загрузимся. Так, блин, еще и дождик пошел. Ух ты, ну не, до Екатеринбурга мы не попрем. Хотя тут немного. Давай поехали в Екатеринбург. Так, давай здесь тогда мы отдохнем до утра. Так, мотанул я время, короче. Все, у нас сейчас... Почему? Среда 15.26, я 9.00, а нет, среда 12.00, я 9.00 же вроде поставил. Ладно, не важно. Главное, что мы едем днем. Сработает, то другие тачки покатаем, все как надо. Ну, не охота, если честно, самому топить.
уже у Валеры новая версия карты в Сибири, но я пока что ее не устанавливал. Но, в принципе, это-то не могу, блин, объехать. Но надо будет как-нибудь заняться. Но, видишь, меня дома не было, короче. Я вообще не занимался компом, скажем так. Блин. А тут типа не работает 70 плюс 20. По-моему, дождь, да, еще сильнее, блин, расходится. Парни, куда контейнера везете?
тут, смотри, дорогу можно было бы объехать этот светофор. Зеленый мигает. Полина опять красный. Ну давай, 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 уже включайся. О. У нас что получается? Нам до среды до 15:28 нужно, да, груз этот подвести. Это потому что я отдых ставил. Здесь тоже камера где-то. Я, наверное, скину, когда последнюю версию вот эту вот. Ну, не последнюю, а крайнюю, да, последнюю, когда будет, хрен его знает. Валера работает над картой, я имею в виду, что которая крайняя в доступе есть. То, может быть, даже связку какую-нибудь с Русмапом, там, с Югом России сделать, покатать. Хотя мне, конечно, интересно только вот эта карта Сибири. Такая она очень детальная, сделана в качестве. Да, 12 километров осталось. А, ну это он нам, короче, время показывает. 15:26, это время прибытия. А чтобы посмотреть, во сколько нам его привезти, мы должны, это, наверное, по F6 надо смотреть. Ну ладно, это, в принципе, как бы так, не совсем важно. Мне-то интересно, сработает эта фигня. Thank you.
отдыхать. Сейчас что-то на девятку не блин. Короче, в новой версии Control, блин, плюс F9. Ну, чтобы вернуться на дорогу. Не, вот это я проехал. Не, ну тут же мне сюда. Короче, поехал неправильно. Бывает. Давно не играл я в Евротрак. Даже не знаю, какие клавиши отвечают за, блин, свободную камеру. Блин, так ехал хорошо, не нарушал. На тебе невидимая стена. Ты давай езжай, чё ты? Thank you.
0-5 место нам дали, бля. Так, отцепляемся и смотрим, сейчас сработает мод или нет. С опозданием. Нифига не сработало. Денег мало, опыта мало. Ну да. Надо будет от него, значит, отписаться. Так, а что бы нам... Да блин, да нифига не придумаешь. Такого значка я не видел. Так, 14 нарушений ПДД, блин. Ясно. Так, а что у нас по банку? Что, я сотку брал, да, чтобы тачку купить, офигеть. Не. Ну, а я и купить-то сейчас, собственно, ничего такого не смогу, нормального, наверное. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Тут мерсики. Тут приношечка. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change. Ну, это тот, который у нас сейчас. А тут пошли вот эти вот уровни. Вот это бы убрать, блин, уровни, блин. Короче. Надо еще бабок брать. So save your judgment, cause you just don't know. But some things never change, never change. Типа кататься на мерсике. Так. They say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wakes, where I didn't mean to make them break. Давай полтинничек еще возьмем. Подожди, а если нам не делать трейды? А там водилу нанять. А водилу не сможем, да, у нас наш гараж. На один грузовик, по-моему. Ну да, одноместный. Тогда чё, блин? Да, блин, сотку мне не знаю. Давай сотку возьму.
Идем. Покупка грузовика. Блин, есть же еще с этим, да, с пробегом. Ну-ка. Камеечка, мерсик. Оба. Ман. Блин, может на реношке покатать? Потому что я такую... в этом же не куплю. Блин, в салоне. Ну, больше опыта типа нету, да? Точный уровень. Блин. А, нет, могу купить. На Рено покатаемся. Так, а ну-ка изменить конфигурацию. Так, тут понятно. Тут понятно. Вот это что такое? Блин, тоже тут она такая слабенькая. Ставим вот этот. В чем разница? Ну блин, давай такой салон сделаем. Так, а у него есть вот этот-то навигатор? Ладно, не важно, сделаем такое. Блин, нужен ли мне этот гребаная наклейка? Это что такое? Эх. Блин, дофига, да, чего такого? Ну, а реклама Мишлен. Пойдет, вот такой будет у нас. А ну-ка Evolution. Renault Truck Evolution. И 28 за наклейку, да ну вас нафиг. И вот этот цвет. Аксессуары пока всякие разные, я тут ставить не буду. Пусть в кабине мне бы. Так, это у нас что? А, тут типа у нас пустой слот. О, а будет навигатор. Вот так, да. Ёкарный бабай. Блин, даже не посмотрю. Я говорю, надо это. Убирать нахрен это. Нет, на стекло мне тогда навигатор не нужен.
Так, бутылка воды нужна. Что у нас на дефлектор можно повешать? Какой-нибудь. Собачку, как обычно. Понятно. Блин, ну здесь в чем? А это у нас что такое? Коврик что? Какой коврик будет? Блин, тут это. Сумочку да мы поставим. Вот так, подарочное издание кому-то везу. Я думаю, тут нафиг ничего не надо, пусть сиденье. Тут шапочку можно кинуть. А курточку. А пусть шапку. Нет, перчатку не на шапочку. Шапочку. Так, это нафиг нам не надо. Подушечка пусть. Так, это тут флаги всякие, нафиг мне не надо. Ароматизатор повешаем. Зеркало пускай будет. А если нам от него смысл, если мы повешаем шторку? Как бы смысла тогда от него нету, да? Ай, нафиг. Так, сюда не буду ничего на лобовое больше вешать. И трейды мы можем только сделать. Так, ну и все. Ох, блин, какой руль тяжелый. Сейчас заведу, наверное, будет нормально. Так, небо. Настроечку сиденья. Так. Так, это мне не надо. Вот так пускай будет. Пониже даже сяду. Навигатор видно будет. Ну и все. Так, настройка фар понятна. А, блин, нормально все. Ништяк, так, вот. Блин, а у меня еще и тут. А, ну блин, да. Этот-то навигатор можно убрать.
Так, а теперь что нам нужны? Нам нужны прямые перевозки. Мы в Березовском находимся, да? Да поехали сразу в Ладогу, Анаунова. Блин, он финский еще есть. Гараж 24. Да в Ладогу поехали. Блин, ну в Челябинске нет. Мы в Челябинске только что были. О, в Тюмень погнали. Слушай, а что мне тут не показывают, где я был, а где я не был? Погнали в Тюмень, ладно. Блин, смотри, водичка даже двигается. Да, изменения есть, конечно, в Евротраке. Так, а выезжаем мы где? Выезжаем мы здесь же. Ну пропустить я. Блин, ни один не остановится. Собака, блин. Он там мог остановиться вообще спокойно. Но он меня ударил, сволочь.
сколько у меня в баке? Пока не могу понять, короче, ну ладно. Блин, а что тут 70? Ну только что было 90 и уже 70. Мы где-то вокруг Екатеринбурга катаемся. Не можем с него выехать, я карму добавил. Да, блин, заколебала вот эта фигня. Чё опять не так? Слушай, нифига не понял, что произошло, блин. Ощущение, что невидимая опять стена какая-то. Вот там, возможно, легковушка под меня подлезла просто. Так, а что, сколько? 232 км перейти. Ну это вот вот такие моменты, блин, из-за которых не хочется в эту игру играть тоже, блин. Неужели за столько лет нельзя было трафик сделать нормально? Не тянет больше. Почему-то нейтрал. А, стало выбивать передачу, наверное, да? Или что? Блин, не это. Я нажал на этот. Все, я проверял. ОБС-ку. Я не, блин, не понял. Да нет, все правильно. Почему мы в Белоярске, что ли, опять езжаем?
же знак, нельзя грузовым налево, алё. Богдановский, да? Район. А что красный-то горит? На красный нельзя. Грузовой пошел. Вокзал, ну точно автостанция. Темнеет, как бы дождь опять бы не пошел.
это строят. Прям вдоль трассы. Здесь у нас камеры, да? Мак 60. Кафешечка. Гаражики. Блин, я говорю, по этой карте едешь, хочется смотреть по сторонам. Оживленный участок трассы какой-то. Смотри, сколько машин. Вам бы вот эту бочку бы обогнать. То потом она начнет где-нибудь тормозить, а нам придется за ней пилить. Так, ну нам на стоянку-то уже никуда не надо. Я думаю, мы сейчас уже повезем. Километров тут осталось.
Да, конечно, блин. Был бы сомневался. Тюменская область. Так, тут нам где-то надо будет уходить направо. Идет проверка службы безопасности. Так, а нам куда? Да, куда-то что? Здесь нельзя. Я тут, да, машин. Магнитовск. Блин, так привези товар, еще хрен разгрузишься. Где тут у нас еще флажком? Да, блин, дают, конечно, мало опыта. Надо с этим что-то делать. Вот, ладно, на этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.